По статистике, 92% людей заснет до окончания этого аудио. Но для того, чтобы сон был максимально сладким, глубоким, поставь лайк видео, подпишись на канал, напиши комментарий, не забудь про колокольчик. И да, я стараюсь отвечать на ваши комментарии. Займите максимально удобное положение у себя в постели. Начните дышать медленно, глубоко и спокойно. Ну а прямо сейчас возьмите подушку, на которой лежите, обнимите ее перед собой и сожмите ее максимально сильно. Начните прижимать ее к себе все сильнее, сильнее и сильнее. Максимально сильно прижимайте и расслабьтесь. Просто обнимите подушку максимально нежно. Ваша шея прямая, ваши плечи лежат на вашей постели, и вы обнимаете подушку с нежностью, с легкостью. Дышите медленно, глубоко и спокойно. Отлично. А теперь вновь прижмите подушку к себе максимально сильно. Пусть напрягаются все мышцы вашего тела от головы до кончиков пальцев рук и ног. Прижимайте подушку все сильнее и сильнее. Еще сильнее прижимайте, напрягаются все ваши мышцы. И расслабьтесь. Позаметьте, в момент расслабления расслабляется каждая мышца вашего тела. Расслабляются плечи, расслабляются руки, ноги. Вы расслабляетесь. Очень хорошо. Последний раз вы можете лечь на бок, лечь на подушку. Лечь животом на подушку и прижмите ее максимально сильно к себе. Максимально сильно. Пусть напрягается все ваше тело от головы до кончиков пальцев рук и ног. Ну а теперь просто расслабьтесь. Займите то положение, которое вам кажется максимально удобным. Вы можете продолжать лежать на подушке, либо положить ее к себе под плечи, улечься на нее, чтобы вам было максимально комфортно. Очень хорошо. Устройтесь максимально удобно в своей постели. Пусть это положение тела будет максимально комфортным. Не надо лежать солдатиком. Займите максимально удобное положение. Расслабьтесь. Сделайте медленный, ровный, глубокий вдох. Выдохните и расслабьтесь. Сделайте второй глубокий вдох. Выдох. Дышите медленно. Глубоко и спокойно. Наблюдая за каждым вдохом
и за каждым выдохом. Ощущайте прилив спокойствия, расслабления. Очень хорошо. Ну а прямо сейчас начните делать максимально сильный вдох, наполняя свои легкие воздухом. Максимально глубокий вдох до отказа. Вдыхаете все больше и больше кислорода. И задержите дыхание. Задержали дыхание. И замечаете, насколько широко, насколько глубоко распахнулись ваши легкие, как высоко поднялась грудная клетка. И медленный, медленный выдох. Пусть выдох будет максимально медленным, максимально спокойным, ровным. После того, как вы выпустите весь воздух, задержите дыхание на несколько мгновений. Медленный ровный выдох. Начните дышать в том ритме, который вам кажется максимально приемлем. Ровный, глубокий вдох, ровный, глубокий выдох. Дышите медленно, глубоко и спокойно. Очень хорошо. А теперь включите максимально свое воображение. Я бы хотел, чтобы вы представили, что находитесь в своей постели, словно наблюдаете за собой со стороны, и вам настолько комфортно, как не было никогда прежде. Ощущайте приятный поток спокойствия и расслабления в каждом участке вашего тела. Спокойно, комфортно, словно вы лежите на самой удобной, сказочной перине. Вам мягко, удобно, комфортно. Представляете со стороны, как вы лежите, и как вам очень, очень удобно. Очень хорошо. А теперь просто представьте, что вы смотрите в потолок. Потолок растворяется, исчезает. Потолок растворяется. Там появляется ночное небо. Темное ночное небо, усыпанное миллиардами звезд. Слышите звуки, которые вас окружают. Возможно, это пение птиц, каких-то ночных птиц, шум сверчков. А вы продолжаете дышать медленно, глубоко и спокойно. Ровное, глубокое дыхание. Все посторонние мысли становятся неважными. Смотрите на это прекрасное ночное небо. Представьте, как температура слегка понижается. Он становится максимально свежо, приятно. С
каждым вдохом, с каждым выдохом вы продолжаете расслабляться, постепенно переходя в максимально расслабленное состояние. С каждым вдохом, с каждым выдохом расслабление нарастает. Расслабляются мышцы вашей головы. Расслабляются мышцы затылка. Мышцы шеи. Расслабляются мышцы лица. Заметьте, как расслабляются мышцы лба. Они расслабляются все больше, больше и больше. Расслабляются мышцы вокруг глаз. Расслабляются мышцы вокруг носа. Вы продолжаете дышать медленно, глубоко, спокойно. Мышцы вокруг носа расслабляются. Расслабляются щеки. Расслабляется ваша шея. Ваша голова, шея расслаблены. Постепенно расслабление переходит в ваши плечи. Расслабляются мышцы спины. Расслабляются плечи. Расслабляются руки. Кончики пальцев ваших рук максимально расслаблены. Максимально расслаблен каждый пальчик. Расслабляются грудные мышцы, мышцы живота. Это расслабление переходит в ваши ноги и опускается вниз приятным, теплым светом. Все тело максимально расслаблено. Глубокое, спокойное дыхание. Наблюдайте за звездным небом. Просто представляя, что теперь с каждым моим новым счетом начнете медленно взлетать вверх. И чем выше вы поднимаетесь, тем спокойнее себя ощущаете, тем комфортнее вам становится, тем глубже постепенно погружаетесь в сон. Один. Вверх. Может возникать ощущение, что вы вращаетесь вокруг своей оси. Это нормально. Просто расслабьтесь. Ваше тело полностью расслаблено. Два. Вверх. Выше. Выше. И выше. В два раза больше легкости, в два раза больше расслабления, комфорта. Три. Вверх. Все выше, выше и выше. Четыре. Пять. Очень хорошо.
6. Поднимайтесь все выше и выше. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спокойно, комфортно. В каждом участке вашего тела максимальное расслабление. Вы становитесь все более сонным, более усталым. Вы все больше расслаблены. С каждым вдохом, с каждым выдохом. Умиротворение. Расслабление. Приятно состояние сна. Каждую ночь, когда вы ложитесь спать, вы будете получать полноценный отдых. Тот отдых, которого вы заслуживаете. Весь день вы будете максимально активны. Каждую ночь с этого момента будете чувствовать себя все лучше, лучше и лучше. Вы будете засыпать все быстрее, быстрее и быстрее. И ваш сон будет становиться все глубже, глубже и глубже. Просто позвольте себе заснуть в этот самый момент. Вы засыпаете все глубже, глубже и глубже. С каждым вдохом, с каждым выдохом погружаетесь в сон все глубже, все дальше. 0, 0, 0, 0 усилий.